Дорогие подписчики и гости моего канала, это канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами разберем еще одну карту в колоде Триумфа де ла Луна знаменитого художника Патрика Валенса. Это 7-й старший аркан, колесница. Итак, что мы видим на карте и основная суть карты. С мужеством и решимостью бесстрашный генерал отправляется на войну на своей великолепной колеснице. Независимо от предстоящего риска, он готов скорее умереть в бою, чем вернуться домой побежденным. Основное толкование карты в прямом положении. Ситуация, где есть цель и, казалось, нет препятствий. Идти напролом и добиваться, не сдаваясь. Требуется сосредоточенность и вера в результат. Ситуация, где необходимо взять на себя ответственность, и тогда удача будет на вашей стороне. Ситуация под контролем. Основное толкование карты в перевернутом положении. Не знать ориентира и четкой цели, куда отправиться. Потеря мотивации и сосредоточенности. Кто-то водит вас за нос. Если карта выпала вам на характеристику личности. Это смелый сердцем и духом человек. Патриот. В огонь и воду за свою родину и родных и близких. Человек целеустремленный, очень ответственный и решительный. Негативная сторона такого человека – лезть на амбразуру, создавать конфликт из ничего для выяснения отношений. Любит вступать в перепалку, дабы показать свою силу, возможно, физическую. Любит подраться. Часто проходят люди, занимающиеся единоборствами, спортом, предполагающим соревнования и забеги. Люди под картой колесницы далеко впереди многих. Чаще быстрее сверстников достигают целей, высоких должностей, любят путешествовать и природу. Не любят сидеть на месте и каждый их час проходит в движении. Если карта выпала вам на работу и профессию. Часто указывает на людей военных, перебирающихся с места на место по зову профессии. Под этой картой проходят водители, дальнобойщики, те люди, что постоянно в дороге. Если вопрос был о том, какие изменения будут в рабочей сфере в ближайшее время. Вы добьетесь успехов благодаря своим идеям и упорству, шагнете далеко вперед, и это поспособствует вашему продвижению по карьерной лестнице. Либо же, по своей воле, вы уйдете с прежнего места работы и найдете более достойное, с высокой оплатой труда, то, чего вам так не хватало. Если карта выпала вам на отношения. Это быстро развивающиеся, динамичные, очень яркие отношения с бурей эмоций. Вы все время куда-то вместе ездите, ходите, что-то изучаете, двигаетесь в одном направлении. У вас есть общие цели. Движение. Вот ваше главное слово в отношениях. Если отношения только завязываются, это динамичный период ухаживания, где партнер, скорее всего мужчина, пытается вывести вас в свет и успеть везде и сразу. Он все хочет вам показать, хочет путешествовать с вами, энергично добивается вас и не остановится, пока вы не покоритесь ему. Вы ему безумно нравитесь, можете быть в этом уверены. Если карта выпала вам на будущее, это карта командировок, путешествий, возможного отъезда в армию для тех, кто является военным или военнообязанным. Карта скорого решения вопроса, который вас волнует. Быстрая карта на решение ситуации.